слушаем мои команды, правила не нарушаем, показываем красивый честный бой. Пожалуйста. Наши уважаемые гости, мы анонсируем первый пояс On Style Fighting победителю гран-при. Огромное количество аплодисментов! Это первый в истории пояс On Style Fighting. И, конечно же, сразу Роберт Робертович этот пояс забрал. Друзья, давайте поаплодируем! Роберт Робертович, тяжелый? Тяжелый? Достойный? Достойный, я думаю. Роберт Робертович, давайте скажем, кто же его получит? Победитель гран-при. Мы обещали, что у нас начинается гран-при, уже скоро будут полуфиналы и финалы. И я думаю, как мы и объявляли, мы запускали первый раз, первый сезон закрываем, будет денежный приз 100 тысяч рублей и этот пояс. В дальнейшем, Кимран, я надеюсь, что будет еще круче пояс, еще сделаем... Лучшие пояса. Сделаем постараемся в каждой весовой категории сделать пояса, собрать свою личную команду On Style, собрать им хорошие сборы, в котором нам помогут и Кимран, и Роман. И я думаю, Бесики Тариелович тоже подключится. Мы сделаем совместные сборы, и будет хорошая команда On Style. Боец из красного угла ринга. Диль Олег, город Новороссийск. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Диль. Пришел сегодня попытаться удачу третий раз. Два раза почему-то не получилось. Надеюсь, третий раз заберем свое. Соперника не знаю. Знаю, что он младше меня. Про базу, что там, ну, какая у него база, не знаю. Ну, будем бороться, не знаю, покажем, кто сильнее, опыт или юношество, или юношеский напор. Представляет город Новороссийск. Рост 171 сантиметр. Вес 64 килограмма. База борьба дзюдо. Диль Олег, ваши аплодисменты. Боец из синего угла. Шатаев Магомед. Здравствуйте, меня зовут Шатаев Магомед. Приехал из Чеченской Республики, хочу выступить в этой организации, покажу зрелищный бой. Благодарю на мерзчие, ла и ла и ла ла, ларье
Магомеду 18 лет, рост 173 сантиметра, вес 64 килограмма. Представляет город Грозный. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Показываем красивый, честный бой. Пожали руки. По углам. Давай!
за зарубу устроили, пацаны, а? Дадим им шума! Фамилия! Победу одержал боец из синего угла ринга, Магомед, город Грозный. Давайте дадим пару слов. Олег. Многие, кто следят за Own Style Fighting, уже знают Олега. Олег у нас провел не один бой и в очередной раз классный бой показал. Аплодисменты Олегу! Это третий бой в нашей организации. Давайте Олег. Дадим ему пару слов. Всем добрый вечер. Если честно, думаю, что бой выиграл. Если есть такая возможность, можно пересмотреть решение судей. Сопернику уважение. Хотел бы реванш с ним провести, можно? Реванш нужно провести еще после боя. И мы будем это все обсуждать на пресс-конференции. Самое главное желание, Олежа, все будет. Разбор, как ты хотел, обязательно мы проведем на пресс-конференции. На это ответят судьи, главный судья ответит на все вопросы на пресс-конференции. Олег, я, конечно, извиняюсь, но мы тебе сколько давали боев? Три. Ты подготавливался? Давай обсудим это на пресс-конференции. Я, честно сказать, каждому бойцу даю шанс. Давай ты пересмотри еще раз тренировочный лагерь, приди на пресс-конференцию, я думаю, мы решим. Договорились? Диль Олег, аплодисменты! Ну и победитель! Шутаев Магомед из города Грозного, молодой парень совсем, ему 18 лет. Магомед. Ну как тебе наша организация? Как тебе обстановка, которая здесь? Как тебе бой? Давай, мы хотим знать, какие эмоции испытываешь. Это тоже скромные ребята, которые приехали с Анапы, да? Всем добрый вечер. Организация классная. Спасибо организации за то, что дали бой. В общем, все четко. Сопернику огромное спасибо за то, что вышел. Так, все. Туда-сюда, все нормально. Ребята приехали, скромная команда, немногословные, дерутся, говорят спасибо, уходят, красавчики. Я так понимаю, вы братья, да? Второй, который выиграл на кулачке. Я когда его увидел, думал, он уже второй бой дерется, что ли. Они очень похожи, очень скромные парни. Парни, я вам желаю восстановиться и от меня лично и от организатора, и от команды, и вы в проекте. Аплодисменты, друзья! Давайте объявим следующую пару бойцов. Боец из красного угла, Эдилов Расул. Здравствуйте! Я Эдилов Расул из Чеченской Республики. Приехал сюда показать зрелищный бой. Желаю удачи всем. Не был я, пусть знают все, скажу я гордо, Чечене.
Данилов Расул, 21 год, рост 173 сантиметра. База «Панкратион» представляет город Грозный. Боец из синего угла ринга. Мустафой Ахлидин, город Новороссийск. Всем салам алейкум, меня Мустафой Ахлидин. Пришел сюда показать красивый честный бой. Мустафой Ахлидин, 22 года, рост 183 сантиметра, вес 84 килограмма, база «Бокс» представляет город Новороссийск. Бойцы на середину. Бойцы, внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем, показываем красивый честный бой по углам. Бойцы на середину. И в этом бою победу одержал нокаутом боец из синего угла ринга Мустафой Ахлидин, город Новороссийск. Расул, мы все прекрасно понимаем твое состояние сейчас, но нам очень важно знать, каковы твои эмоции, впечатления вообще от общения с организацией, от того, какая атмосфера здесь царит и какой урок ты извлечешь
Готов ли ты вернуться? В общем, все твои впечатления, мысли от сегодняшнего вечера. Здравствуйте всем. Такая воля всевышнего. Альхамдулиллах. Хотел бы поблагодарить своих секундантов. Макс, Тамик, Шадид, имам, Магомед, Муслим, Толик, спасибо вам. Аллаху акбар, ни шагу назад. Расул, Расул, иди сюда. Иди сюда, не расстраивайся. Давай сделаем так. В первую очередь, это твое здоровье. Я дам тебе еще один бой. Договорились? Давай сделаем так. Ты подготовишься, приедешь на пресс-конференцию, я найду тебе соперника. Договорились? Иншаллах, ждите меня. Глядит. Ну, конечно, он устроил настоящую жару, сделал горячо в этой клетке. Подарим ему больше шума. Как самочувствие? Все хорошо, лучше всех. После последнего боя ты готовился? Ну да, спасибо мой тренер, который он мне приготовил. Тот бой я вообще 2-3 дня занимался, только бегал, все. Только бегал? Куда? Ну, во дворе. Во дворе? Да. Спасибо, кто мне поддерживал. Спасибо, мой соперник, брат мой. Это же спорт. Ничего страшного. Спасибо за организацию, чтобы сделали этот бой. Спасибо за всем. Победитель нокаутом Ахлетдин, город Новороссийск. Ну что ж, мы готовы объявить восьмую пару сегодняшнего вечера. Боец из красного угла. Встречайте, Степанов Владислав, город Новороссийск. Дайте шума! Всем привет, меня зовут Влад. Я занимаюсь кикбоксингом в районе 10 лет. Пришел на этот турнир только ради того, чтобы побить одного молодого человека, который говорил, что он заберет этот пояс. Сам себе бог, клуб наоборот. Клубы не про нас, мы другие, нас это не прет. Собираемся на хате, чилим от других подальше. Если хочешь ближе, тебя схапают черные пасти. Флоу, быстрый как кидучий болт. Сколько ни ищи, мы самый редкий сорт. На пути встают пресловутые на креме. Отжимай на связи, если вы просили. Степанов Владислав представляет город Новороссийск. Возраст 20 лет. Вес 60 килограмм. База кикбоксинг. Город Новороссийск. Степанов Владислав. Ваши аплодисменты. Боец из синего угла. Нахмедов Илкин. Парвиз Оглы. Всех приветствую. Я Нахмедов Илкин из клуба Новорос Файт. И я пришел сюда забрать то, что мне поистине принадлежит. Это пояс чемпиона. Я, безусловно, проедусь по каждому в этом дивизионе. На легчайший вес должен умолять меня, чтобы я покинул этот дивизион. Я перестану, возможно, терроризировать их.
21 год, рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм, база бокс ММА. На прошлом ивенте он вышел и сказал: наполируйте мой пояс. Мы наполировали, брат. Он Мы блестит. Свои обязанности выполнили. Ну что ж, бойцы, на середину. Бойцы, внимательно слушаем мои команды. Правила не нарушаем. Показываем красивый, честный бой. Дали по рукам, по углам. Готов? Готов? Время. Бой! Полируйте пояс. Вот это заявка, да? Подарок на день рождения. Классный подарок на день рождения.
этом бою победу одержал боец из синего угла ринга Илкин Парвиз техническим нокаутом. Город Новороссийск. Владислав, так хорошо началось. Чуть-чуть не дотянул на гильотину, да, внизу. Чего не хватило, как ты думаешь? Ноги не перекинул, и вот так вот получилось. Ушел на сторону, за бок. Вышел, получается, из гильотины, и все. На пресс-конференции ты прям сразу его выбрал, как в сопернике. Прям захотел подраться. А в чем причина? Я знаю, что это хороший спортсмен. И я хотел с ним бой. Все, больше никаких. Недопониманий нет. Нету. Чисто спортивный интерес. Да, но нужен реванш. Обязательно. Реванш, да. Мы что, поговорим на пресс-конференции, да. Проведем по бою и после этого рассмотрим. И когда будет пояс в этом весе, я его заберу. Это мы еще посмотрим. Давайте поаплодируем Степана Владислав. Ну и победитель, который сказал, сделал сокрушительный нокаут. Так, пояс, конечно, наполированный, только не в твоем весе. Вы плохо отполировали его, я там пыль видел. Ну вот там чуть-чуть и хватило бы и проиграл, или нет? Где, вот или тут? Показалось? Вот тут? Тормози, оставь. Ты что, гонишь? В партере закончилось, вышли в стойке. Ты изначально планировал в стойке биться? Да, изначально планировал в стойке биться. Ну, так получилось. Одну ошибку сделал, подскользнулся, упал. Возможно, этот бой в первом раунде бы закончился. Как у тебя с борьбой в целом? Ты тренируешься именно по ММА? Да, конечно. Или больше боксу уделяешь? Хочу сказать спасибо своему тренеру Песику Тареловичу и моим старшим Имрану Аббасову, Роману Авдалу и всем остальным. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете. Спасибо. Бурные аплодисменты. Еще раз с днем рождения. Организации лично, вся команда OnStyle, организаторы, вся команда OnStyle поздравляют тебя с днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья, чтобы ты оставался таким же жизнерадостным, занимался больше спортом, и мы тебя ждем на следующем ивенте. А сейчас мы готовы встретить девятую пару. Боец из красного угла ринга. Корецкий Роман, город Новороссийск! Всем привет! Безумно рад, что я сюда попал, безумно рад тому, что я талантливый спортсмен, супер боец. Чемпионом я, наверное, не стану, тут весовые категории, к сожалению, прыгают в 30 килограмм. Но плюс-минус 10 – это моя весовая категория, где порву всех. Сегодня своего оппонента. Заранее вызвал скорую ему. Володя, я тебе скорую вызвал. Все. Роман, 33 года, рост 173 сантиметра, вес 72 килограмма, город
Новороссии, встречайте бурными аплодисментами. Боец из синего угла, Сыпко Владимир. Да, всем привет, сегодня дерусь с Ромой Корецким. Очень хорошая подготовка, думаю, самая лучшая моя, и духовно, и физически очень сильно готов. Рома там сказал, что мне скорую уже вызвал, но я думаю, она уедет, потому что ей на другой адрес, ей, кроме Корецкому. Всем спасибо. Сам себе бог, клуб наоборот. Клубы не про нас, мы другие, нас это не прет. Собираемся на хате, чилим от других подальше. Если хочешь ближе, тебя схапают черные пасти. Флоу, быстрый как ебучий болт. Сколько не ищем, самый редкий сорт. На пути встают ты, слову ты на гриме. Хаджимэ на связи, если вы просили. Сыпко Владимиру 20 лет, рост 186 сантиметров, вес 77 килограмм, база, бокс, КМС по боксу, представляет город Новороссийск. Третий бой в нашей лиге. Тут видно кроссы на проводах и людей чернее. Бойцы на середину. Бойцы, внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем, показываем красивый честный бой. Дали по рукам, по углам. Время! Бой! Нога есть, нога. Торопись, торопись. Хорошо, все, я спокойно. Еще туда же!
Показали, а? И в этом бою победу одержал Сыпко Владимир, так как Корецкий Роман был снят с боя врачом. Мы все уйдем, вы тут пообнимаетесь, мы вас оставим наедине. Шучу. Рома, воин, смотри, лицо разбито, в крови. У меня на микрофон вон брызги полетели, на все, все в крови. Рома, впечатление. Был план на бой, да? И только одно могло поломать, это начать получать. И весь план идет наперекор. Очень тяжелые удары у Володи, очень тяжелые. С первого попал, и потом, первого в жизни я ничего не видел. Картинка слетела. Жестко вообще, круто. Володя, молодец. Я тебе пизды потом дам. Первый раз, говорит, в жизни видел такое, что ничего не видел. Совсем ничего не видел. Да. Вова. Сказали, что пизды тебе дадут потом. Вставай. Не знаю. Что-то вы не поделили, видимо. С Ромой? Бабки не поделили, да? Наверное. Аплодисменты! Это Сыпко Владимир! Ну давай, твои впечатления. Ладно, всем привет. Спасибо всем за поддержку. Спасибо огромной организации, спасибо моей команде, вон они, руки тянут. Спасибо
моему очень хорошему другу и начальнику, он там сидит, Дмитрий его зовут. Спасибо большое Роме Корецкому за этот бой, очень хороший человек. Очень не хотелось с ним драться, но организация села пришлось. Все, всем спасибо. А, стоп! Твой друг с тобой с одного зала, его зовут Давид. Он здесь? Брат, он тебя переедет. Сюда. Договорились по правилам бокса. По правилам бокса. Все. Тут много кто это за него не сказать может. Это не к нему вопрос, Вова. Вова, это не к Максиму вопрос. Это к нам вопрос. Да, Роберт, Робертович, мы все порешали уже. Уже все. Да нет, это, конечно же, шутка. Это все вопросы к Роберту Робертовичу и Артему. Они, конечно, да тебя много кто вызывал же. Он здесь в зале, Максим. В данный момент нет. Я не знаю почему. Я никого, никого не трогаю. Все меня вызывают, я не понимаю. Вот, сказал, наверное, что меня будет болеть сегодня. Вот, ты мне скажи, что за костюм был. Джокер? Джокер. Я бы еще лицо загримировал по Джокера, но что, я бы тут тёк просто ходил. Не успел. И хорошо, последний вопрос насчет татуировки. Мы все обратили внимание, что она означает. Сердце, якорь. Любовь к маме, вера в Бога, любовь к боксу, надежда на самого себя. Бурные аплодисменты! Круто! Красавчик! Вова! Вова, респект! Красавчик! У нас Вова самый медийный, да? Я так понимаю, каждый вызывает только Вову. Не знаю почему, но Вова всем интересен. Я не знаю, как персонаж, как спортсмен, как боец. Все кидают ему вызовы. На пресс-конференции просто замучили, да, Вова? Все на пресс-конференции, в интернете, в Инстаграме. В прямом эфире все хотят Вову. Я не знаю, что ты делаешь. Все хотят Вову в каком смысле? Хотят подраться? Побиться с ним. Я понял. Почему все хотят тебя побить? Может быть, стоит задуматься, а? Все хотят тебя побить. Может, не стоит в таком костюме по улице ходить? По улице не хожу. Это мой рабочий костюм. Будешь биться еще? Нет, ну вообще. Готов? Завтра. Роберт Робертович, давайте устроим этот бой. Давид, о котором он говорит, он с нашего зала, с Новоросфайта. Меня зовут Осман, я непосредственно этот клуб и представляю, всех приветствую. Если ты хочешь этот бой, давай мы его сделаем. Он, кстати, сегодня мог сюда прийти, но Давид мне потом позвонил, мы же ему звонили. У него уважительные причины. Да, он вообще не в городе, он поэтому у него там семья, что-то. Осман, давай сделаем так. Будет пресс-конференция. Вы придете. Мы все придем. Мы все туда. Обговорим, решим. Да, мы обсудили здесь правильно? Тоже. Мы хотим этот бой. Мы хотим, чтобы Давид с ним побился. На кулаках, правильно, Осман? По правилам бокса. По правилам как раз и договоримся. По правилам как раз и договоримся. Давид любое правило примет. И мы бокс, с Давидом и уже в Инстаграме просто договорились. По правилам бокса, перчатки. Никто не договаривается. Никто не договаривается. Все, следующее к вам, все. Еще раз говорю. Если будут на кулаках, будем обговаривать. Если будет еще что-то, будем обговаривать. Договорились? Да, мы за. Мы и, кстати, за. Подарил подарок уважаемый Роман Авдал. Забыли упомянуть его. Наш чемпион. Ну и вот и как он теперь с Давидом здороваться будет? Вот как? Рома, он подарок сопернику дарил. Да, нет, с Давидом я буду нормально здороваться. Мы еще подготовим Давида. Поздравляю тебя еще раз. Я думаю, почему все вызывают, у него такая просто внешность. А он просто еще и... Эпатажная. А? Эпатажная внешность, да? Да. И... То же самое, брат. Да, да. Не понял, но нормально было. Просто он еще и разговаривает, я думаю, аккуратно, никого не обижает. И это просто интересно, слушать приятно человека. А просто когда кто-то что-то говорит, просто непонятно, он где, на Марсе или на Земле вообще... На самом деле, вот и вам, почему его вызывают. Поздравляю еще раз. Давайте бурные аплодисменты Владимиру, Роме. На самом деле, никакой агрессии. Все это, конечно же, просто шутки, просто юмор. Только сугубо спортивный интерес. Никакой агрессии. Все согласны. Только спортивный интерес. Победит сильнейший. Боец из... Красного угла.
Романов Дмитрий, город Новороссийск. Я Романов Дмитрий, мне 19 лет, живу в Новороссийске, учусь на штурмана и последние несколько лет боксирую. Хочу показать зрелищный бой. Дмитрию 19 лет, рост 183 сантиметра, вес 80 килограмм, база кикбоксинг. Представляет город Новороссийск. На самом деле, он нас поймал с Робертом еще в зале, сказал, я хочу выступить, возьмите меня на турнир. Вот такая вот история. Встречаем бойца из синего угла. Саитов Имам, город Грозный. Здравствуйте, меня зовут Саитов Имам, пришел из Чеченской Республики, покажу вам зрелищный красивый бой. Когда рождались волки под предрассветный львиный рев, пришли из ревности глубокой мы в этот мир, чтоб нам суров. С тех пор мы никому угоду достоинством не поступали, и колок нет сражений, но никакие миллионы. Саитов Имам, 19 лет, рост 179 сантиметров, вес 79 килограмм. База «Рукопашный бой» представляет город Грозный. Давайте внимательно слушаем мои команды. Правила не нарушаем. Показываем красивый, честный бой. По углам. Готов? Готов? Бой! И в этом бою победу одержал нокаутом Саитов Имам, город Грозный. Дмитрий, надо сказать пару слов, что-то пошло не так. Что? Ladies and gentlemen. Добрый вечер вам. Ну, как я вам его? Нормально? Я проиграл же, ладно. Короче, нашла коса на камень, ничего не сказать вообще. Исключительно тайминг, исключительно опыт, наверное. Очень хорошо было. И как бы сопротивляться этому или вставать и дальше работать было бы просто глупо. Отличный удар, ничего не сказать. Вот, ну... И я тоже не из робкого десятка, так вышло, просто очень виноват.
Буду рад вас еще порадовать. Я думаю, право вето от себя я даю. Мне этот парень нравится. Сейчас мы услышим Роберта Робертовича. Я дам тебе шанс. Подготовься хорошо. Восстанавливайся. В печень пропустил. Базовый боксер, да? Как мог в печень пропустить? Нога вообще так залетела. Роберт Робертович так пропустил, что после боя все в кучу собрал. Пословицы, поговорки, юмор, все в одно собрал. Ты в проекте. Аплодисменты, Романов Дмитрий! Имам, имам. Имам, ну как? Как? Что? Как быстро так? Мы даже не успели насладиться просто боем. Что? Сколько ты готовился? Откуда ты вообще? Всем саламу алейкум. Добрый вечер. Я своим братьям обещал, что закончу этот бой в первом раунде. Вот. И держал слово, да? Держал свое слово. Я всем обещал такое. Да, мы готовились, долго готовились к этому бою, долго ждали. Были заряжены 100%. Вот. Так все, что пришло. Так будет. У вас команда, да, прям вы же все вместе готовились. Благодаря этому человеку мы попали сюда. Хочу сказать огромное спасибо Золе. Вот, хочу передать ему слово. Всем добрый вечер, друзья. Далеко не. Хотел бы в первую очередь сказать огромное спасибо всем организаторам. Вам, Роберт, вам, Артем. Видно, какой вы труд вложили. Еще вчерашнего дня я наблюдаю в Инстаграме. И видно то, что все на высочайшем уровне. Вот. Я привез вам 4 бойцов из Чеченской Республики. Я думаю, они порадовали сегодня зрителей, порадовали своих родных, близких. К сожалению, один мой боец проиграл, Идилов Расул. Но я лично вас прошу дать ему реванш с Мустафой. Вот. Мустафа как бы не против, я с ним проговорил. Мустафа, можно тебя сюда? Подойди, брат, пожалуйста. Давай сделаем так, Коль. Будет пресс-конференция. Я же сказал, что у парня по-любому реванш никто изначально не даст. Парень продерется. Расул, пробьешься еще один бой, выиграешь, я тебе дам реванш. Роберт, вот то же самое я предварительно ему и сказал, что сразу реванша не будет. Мустафа как бы тоже через бой не против на реванш. Я думаю, это и зрителям будет интересно. Конечно, Расул, я надаю тебе пару, хорошую, достойную. Я надеюсь, ты покажешь зрелищный бой, и я тебе сделаю реванш. Всех ждем на пресс-конференции. Давайте еще раз поздравим. Все, всем спасибо, друзья. Итак, встречайте, боец из красного угла ринга. Якубов Парвиз, город Новороссийск. Я бьюсь один в ринге, меня окружило стояки еби. Я всех разорву на части, когда лев ранен, он очень опасен. Одновременно добрый и гордый, я достойный враг, кстати, и в дружбе годный. Я дитя солнца, а не камень подводный. У меня нет гривы, но я лев. У меня нет гривы, но я лев. Но я лев. Но я лев. У меня нет гривы, но я лев. У меня нет гривы, но я лев. Но я лев. На теле много ран, каждый шрам новый уровень. Новый ранг шакалам ведь радует, когда я падаю. Но я не ломаюсь, не питаюсь падалью. Каждого порву, кто дышит под спиной. Я потом приготовлю его мясо с вином, наслаждаясь каждым моментом. Я всегда на уровне неба. Мои нервы стальные, не как у остальных. Но если перешли границу, не остановить. Я лев, это мое царство, мой прав.
опять моя. Парвизу 28 лет, рост 175 сантиметров, вес 61 килограмм. База «Борьба» представляет город Новороссийск. У меня нет грибы, но я лип. У меня нет грибы, но я лип. Боец из синего угла. Шахриёр Асилдинов Шарипжон Оглы, 22 года. Молодец. Всем привет, меня зовут Шахриёр. Я приглашаю в Чёрное море боевой клуб. Мой тренер Владимир Качигаров. Я хочу показать зрелищный бой. Все удачи. Самое главное, без травмы. Рост 168 сантиметров, вес 65 килограмм. База «Рукопашный бой». Бой представляет из города Новороссийска. Бойцы на середину. Бойцы, внимательно слушаем мои команды. Правила не нарушаем, показываем красивый честный бой. Дали по рукам, по углам. Давай,
бойца мы видели, как они выложились! Бойцы на середину. В ожесточенном бою с кровью, как просил Роман, победу одержал боец из синего угла ринга Асилдинов Шарифжон. Парни еле стоят на ногах, как следует похлопаем им. Красавчики. Парвиз, ты готов говорить? Он еле стоит, не готов говорить. Подарим бурные аплодисменты Парвизу. Парвиз, скорее восстанавливайся. Главное здоровье и возвращайся. Хороший парень, мы вместе с ним тренируемся. Очень способный парень. Он еще покажет. За него скажем. Давайте поаплодируем Парвизу еще раз. Шарифжон, подойди сюда ближе. Ну вы, конечно, устроили здесь. Шарифжон. Давай пару слов впечатлений. Ты планировал, что бой так пройдет? Кто тебя поддерживал? Кто тебя тренирует? Какие твои впечатления о всей обстановке в Оун Стайле? Всем привет. Всем ассаламу алейкум. Спасибо, мой тренер Владимир Качигару. Спасибо вам, организацию. Спасибо, мой друзья, иншаллах, мы дальше. Спасибо всей команде, что тренирует, помогает тренироваться такому классному бойцу Шахриёр. Я считаю, что это самый крутой бой пока, на данный момент. Еще будет несколько боев. Ну, на данный момент, я считаю, это самый зрелищный бой. Вы никуда не уходите. Будьте здесь. Тебе мои поздравления.